Тюменские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении. По предварительным данным, он сел в такси и, доехав до места назначения, достал нож. Угрожая оружием, мужчина потребовал у водителя деньги. После непродолжительной потасовки пострадавшему удалось сбежать. Он незамедлительно обратился в полицию. После того, как потерпевший покинул место происшествия, злоумышленник, планируя скрыть следы преступления, отогнал автомобиль в безлюдное место и совершил его поджог. По факту разбойного нападения и совершения угона следственным отделом отдела полиции номер 3 управления МВД России по городу Тюмени возбуждены уголовные дела. Напал, все, драка была. Таксирик этот убежал. Я решил машину отогнал, то есть... Добавлю, сейчас задержанный находится под стражей.